Анонс и дата выхода нового российского сериала «Домашнее поле». Светлане Устиновой досталась необычная роль в новом проекте. Дата выхода сериала «Домашнее поле» состоится осенью 2022 года. Спортивная драма будет выходить на СТС и интернет-площадке МОТВ. В центре внимания – футбол. Сюжет сериала. Подготовка к поединкам в премьер-лиге развивается полным ходом, когда провинциальная футбольная команда «Титан» сталкивается с неожиданными трудностями и теряет наставника. Игры начнутся буквально на днях, но подыскать достойную кандидатуру не получается. Все опытные кандидаты давно заняли приличные места и не желают что-либо менять в последний момент. Антон Данин, генеральный директор клуба, принимает нестандартное и сомнительное решение. Команда будет тренироваться с Еленой Волковой. Ее прежние подопечные из клуба «Сокол» взлетели очень высоко и дошли до Лиги чемпионов. Игроки и вся околофутбольная тусовка высказывают сомнения в том, что Волковой удастся вывести в люди новых подопечных. По их мнению, женщина вообще не может тренировать мужскую футбольную команду. Напомним, премьера нового сериала состоится уже осенью на телеканале СТС. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.